мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православных христиан празднует День Василия. По церковному календарю православной церкви сегодня чтит память преподобного Василия, исповедника и епископа Парижского, священномученика Зенона Веронийского, епископа, преподобного Исаака Сирина в Спалете Италийском, преподобного мученика Мины Давида и Иоанна, преподобной Амфусы Девы, преподобной Афанасии Эгинской игумении, преподобного мученика Сергия Крестникова, послушника и другие православные святые имена, которые вспоминают этот день. Сегодня также празднуется иконы Божией Матери Муромская и Берническая. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим мир иной.